Здравствуйте! Видео о переустановке мобилайзера Subaru Legacy 2017 через Smart Pro. Alright, you're rocking with the Rook. As always, this video is brought to you by Advanced Diagnostics USA. And we are working on a 2017 Subaru Legacy. С помощью программатора Smart Pro фирмы Advanced Diagnostics США собираемся переустановить мобилайзер Subaru Legacy 2017. В этом авто используется ключ с G-чипом. Вот он. So we're gonna go to Subaru. And we are going to type Legacy. I'm gonna scroll down to US Canada. В основном меню выбираем Subaru Legacy 2015-2017 для США и Канады и нажимаем «Связаться». Выбираем «Программировать» и «Мобилайзер». Подтверждаем, что зажигание выключено. Включаем сигнал аварийной остановки. И выбираем опцию «Программировать» при потере всех ключей. Просьба включить зажигание новым ключом. При этом все остальные ключи будут стерты. «Продолжить». Вставляем новый ключ в замок зажигания, включаем зажигание и нажимаем «Да». Сообщение, что процесс может длиться до 15 минут и просьба подождать. Прерываем и затем вновь продолжаем запись видео. Просьба выключить зажигание и вытащить ключ, а затем вновь его вставить и включить зажигание. Чтобы продолжить, нужно дождаться конца перезвона и нажать ОК. Делаем это. После краткой паузы процедура завершена. Теперь проверка количества запрограммированных ключей. Сообщение, что запрограммирован один ключ. То есть мобилайзер Subaru Legacy 2017 был успешно переустановлен. Теперь нужно запрограммировать кнопки ключа. Выбираем опцию «Удалить информацию о кнопках управления ключа». Сообщение «Включить зажигание» и информация обо всех кнопках управления ключа будет удалена. «Продолжить». Подтверждаем это. Просьба выключить зажигание и вытащить ключ из замка зажигания. Делаем это и подтверждаем. Сообщение, что процедура завершена, то есть информация о кнопках ключа удалена. Выбираем «Запрограммировать» кнопки ключа. Нажимаем «Продолжить», вставляем ключ в замок зажигания и включаем его. Теперь просьба выключить зажигание, вытащить ключ. Делаем это и подтверждаем. Просьба, чтобы запрограммировать кнопки, нужно нажать кнопку ключа «Закрыть», а потом «Открыть». Процедура программирования может занять 3 минуты. Нажимаем кнопку «Закрыть», считаем до трех и затем нажимаем кнопку «Открыть». Слышно, как щелкнула блокировка центрального замка. Сообщение, что кнопки запрограммированы, и можно продолжить. Подтверждаем это. Теперь просьба убедиться, что кнопки были успешно запрограммированы. Убеждаемся в этом и нажимаем «ОК». Процедура успешно завершена. Спасибо всем за просмотр!